Сегодня у нас 6 декабря. И мы с ребятами поехали на рыбалку. Перешли реку Печора. Вот, прошли где-то километра 3, наверное. Вот, и сидим рыбачим. Я поймал одного окушка, а Калюнька поймал уже две сорожины. Сорожины такие хорошие, где-то грамм по 200. Сегодня погодка хорошая такая. Морозец небольшой, где-то, наверное, градусов 5-6. Ну и ветерок, конечно, тоже 5-6 метров в секунду, юго-запад. Под нами 1,80 м глубина. Сегодня прилетает еще один друг наш, Юрка из Питера. Юрка из Наринмара прилетает из Питера. Ну так логично, да. Так что скоро рыбаков будет еще больше. Ух ты! Сижок! Ух ты! Вот это сижок. Смотрите, сижка поймал. Вот это вот настоящая белая рыба. Сегодня Коля чемпион. Ой, какой красавец. Поздравляю, Калюнь. Ого! Еще один сижок! Сика, не сижу. На этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Скажем нашей Печоре большое-большое спасибо за такую прекрасную рыбалку. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч! Мы на рыбалке.